Меня зовут Аида Тунгушпаева, мне 19 лет. Рост 168 сантиметров, вес 55 килограмм. Актриса Казахстанской медиа-академии из города Алматы. Презрение. Гляньте на нее. Вырядилась. Мы же договаривались, что мы сегодня придем в повседневной одежде. Куда ж ты так намылилась? Доверие. Спасибо, дружище. Я знала, что действительно могу довериться тебе в такую трудную для меня минуту. Благодарность. Я благодарю все. Благодарю каждого за то, что ты со мной сейчас. Это очень тяжело вообразить, но правда, спасибо тебе. Гордость. Вы что, думали, что я не справлюсь? Этот кастинг был просто наилегчайший. Я его... раз-раз и сделала. Вина. Мам, да, да, это была я, да. Я испортила твое платье. Мне правда жаль, это случилось не специально. Прости меня, пожалуйста. Гнев. Где ты сейчас находишься? Мы договаривались встретиться здесь. Ровно час назад. И ты ищешь, сидишь дома? Быстро поднимай свои булочки и неси их сюда. Предвкушение. Тихо. Оно сейчас вот-вот выложит.